у Сэм Пруэт. С вами 5P74, а у нас гудит сигнализация. То есть надо валить быстрее отсюда. Да, каким-то макаром что-то там грохнулось. Все стало взрываться. И лететь на воздух. Так, а я его диск-то взял. Что-то у меня такое было ощущение, что я его... Леон! Господи! Ад, ты чё меня так пугаешь? Я ждала тебя, Леон. Что ты делаешь? Ты знаешь, о чем я. Убиваю. Так что просто отдай вирус. Да я сам хотел... Не могу поверить. Колодец. Аннет была права. Во всем. Я же сказала тебе уходить без меня, но ты не послушался. А теперь отдай его. Не заставляй меня стрелять. Ты этого не сделаешь. Пфф, яйца. Эйда! Эйда! Ты со мной! Не сдавайся! Вирус! Вирус! Лен! Слишком поздно! Отпусти меня! Замолчи! Ты можешь это сделать! Слишком поздно, Леон. И мы оба это знаем. Нет, нет. Я обещал, что мы оба убежим отсюда. Просто помоги мне. Я правда хотела убежать. Ты с тобой, охренешь, Леон. Или Аклэр, кто спасать? Убежать от всего. Прощай. Эй, да! Она что, руку мылом смазала? Нет. Ну и что ты намерен делать для него? Так вот, ради чего умерло столько людей. Дурак, надо был залпом хлебнуть. Да похрен, бери, блин. Как эта тетка, блин, ее же балкой по башке ударила. Ада там, наверное, на батут какой-то там приземлилась. Оп, и вирус к ней. Отлично. Ладно, продолжаем валить теть. Как выжила, да я не в курсе. Возможно, в дальнейшем как-то узнаю. Какие-то растения тут. Охраняет два горшка с цветами. Поливать, наверное, вот там. Вот как Леону не стыдно. Вначале встретил Клэр, должен был ее защищать, а теперь, а, я ж с тобой. За каждой юбкой готов, а если еще одну девку встретишь, тоже скажешь, о, мы с тобой идем. Откуда ты тут появился? Дай! Да черт, блин. Уже чуть-чуть меня укусил, и сразу ли он... Как турпак зашагал. Господи. Сколько у вас здесь? Подождите, мужики, ща я вот диск вставлю и свалюсь. Мне интересно, откуда они здесь все появились? С какого анала? Черт, если впереди будет финальный босс, или там полуфинальный, или четвертьфинальный. Черт, у меня аптек ни хрена. До взрыва осталось 5 минут. Как всегда, финальный бой, ну точно.
И до взрыва осталось 5 минут. Что такое, блин? Время идет, а я не могу двигаться. Чё у них во всех играх Resident Evil в финале, блин, обязательно время идет? Ну, если только кроме Resident Evil 4, который я играл. И 5. А первый, первоначальных. Чё делать-то надо, мужики? А чё тут? До взрыва осталось 5 минут. Я тут бегаю, не знаю, что делать. Платформа элеватор. Где панель-то? Большой лифт позволяет добраться до платформы, включить его. Не дождать, когда 5 минут. Прошло 3 часа. О, здорово, чувак, давно не виделись. Ох, ёб! Блин, ну я как всегда без аптек. Где мой магнум? Ой, промазал, блин. Да что такое? Ля-ля-ля, блин, неудобный обзор. Надеюсь, я успею все сделать. Тре-те-те, тре-те-те. Чёртова камера, блин. Так просто, просто пробежал, блин, не здрасте, не до свидания, блин, да что такое? Ну я так и думал, с первого раза хрен прошел, блин. Все, затариваемся аптеками по новой. Сейчас только что игра проверяла мои нервы на прочность. Мало того, что после смерти мне пришлось пересматривать второй раз этот долбанный ролик. И никак я не мог его пропустить. Там Диада там болтала с Леоном. Так еще потом, пытаясь проскочить мимо этих голышей зомби, один меня умудрился как-то цапнуть, блин, и я сразу же сдох. Мне пришлось второй раз смотреть этот дебильный ролик. Гады, блин. Поэтому я сейчас сохранился, чтобы... Если я сейчас третий раз сдохну, чтобы не смотреть этот дебильный ролик третий раз. Ну, не дебильный, конечно, нормально, но смотреть его по несколько раз перед битвой, это то еще удовольствие. Ладно, блин, по ленту. До взрыва осталось 5 минут. Забыл убрать, но бог с ней. Затарился я аптечками. Проблема в том, что когда это существо, я не знаю, это то ли этот Маркус вроде. Ой, какой Маркус, блин. Биркин апгрейдился. Он такое ощущение может с одного раза грохнуть.
Блин, ну почему персонаж не может здесь сразу же убегать? То есть назад и скорость нажал, он сразу же повернулся, побежал. Специально что ли усложнили управление? Пока вот он развернется. Вот я уже словил по щам. Интересно, я попал или нет? Не сметь меня есть. Ай, ёлки-палки, ты что ж я проворонил так? Проворонил момент. Не надо с ним рядом стоять, не надо. Как все неудобно. Ладно, сейчас тут третий побег. Как он снова зарычал. Жизнь забрал. Как его убивать, блин, я вообще не понимаю. Пока он наверху, что ли? Ай! Нет! Мне показалось, что наверху был. Мамочки, уходим. Еще повезло, что он меня не цапнул. Ну чё, откуда ты вылезешь? Ходим. Вау-вау-вау-вау-вау, уходим. Так, еще одну аптеку. Да, тени тиран, блин. Который там ходил, как штаны навалил, блин. Даже странно это никак. Блин, а. Куда я там все попадаю? Сейчас я пока пробегу, уже время закончится. Ходим. Че он там завис? О, может, когда я в него попадал так назад, что-то это... Блин, неудачная позиция. Блин. Так. Наверх забрался. Да ну... Еще так на... сквозь Леона прыгает. Ну давай. Быстрее, быстрее. Да неужели как раз лифт приехал? Чё-таки Магнум все сделал. Чё у тебя там? Опа.
Блин, если будет еще какая-нибудь битва, и у меня уже времени не останется. Вау, еще целый коридор бежать, да вы что? Лайн сюда! Лайн! Лайн! Ложитесь! Ты в порядке? Да, все нормально. Все уже позади. Нет. Я должна найти своего брата. Верно. Это только начало. Прощай, Эйда. Да, вот так вот завершился наш рассказ Resident Evil 2 за Леона. Маленькая девчонка, я не знаю, надеюсь, узнаем это, когда пройдем миссию за Клэр. Ну, я имею в виду те, кто, конечно, не играл и будет смотреть мое прохождение за Клэр. Я обязательно постараюсь сделать, тоже выложить. Вот, ну что могу сказать. Хорошая игра. Поживее, чем первая часть, посложнее местами, особенно финальный босс. Но играть можно. Спасибо разработчикам за то, что сделали такой мега-шедевр. Ну что ж, пора прощаться, с вами был 5b74. Спасибо всем, кто смотрел. Со мной участвовал в игре Resident Evil 2. Всем удачи, до скорых встреч, до новых прохождений, друзья. Пока. Thank you.